И сегодня стало известно, что Беларусь расширит свое присутствие в Ливане в рамках выполнения миротворческой миссии по решению итальянской стороны. Такое заявление сделал первый замминистра обороны Олег Белоконев на встрече с военными атташе. Напомню, сейчас в этой ближневосточной стране работает 5 белорусских специалистов. Это один штабной офицер и 4 медика. Тем временем, по решению главы государства, Беларусь абсолютно готова принимать участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Профильных специалистов готовит легендарная Витебская воздушно-десантная бригада. Именно на ее базе нарабатывает уникальные навыки наша миротворческая бригада. Об уникальном подразделении большой репортаж главного эфира в это воскресенье.